На Донеччині в минувшие сутки из минометов велся огонь в районе Донецкого аэропорта вблизи Песок и Красногоровки, сообщают в штабе АТОМ. Под обстрелами также Маринка и Гнутова. В районе Новгородского, Троицкого, Новоселовки 2 и Водянова применялись крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие. На окраинах Зайцево и Майорска впервые за несколько месяцев режим тишины не нарушался.